Всем привет! У меня здесь есть готовый крой. Если вы, как я, хотите сделать топ с выточками, и как нам быстро перенести эту выточку на вторую часть полочки, при этом не используя ни линейку, никаких подручных средств. И сейчас я вам это наглядно покажу. Берем наше изделие, складываем пополам между собой. Смотрим, чтобы у нас все линии совпадали. Мы видим, что у нас вот здесь вот находится наша выточка на ткани. Ну, даже если вы ее не видите, вы можете понять то, что где у вас есть выточка. И мы по ней просто начинаем бить вот так вот. Извиняюсь, конечно, за звук. Очень неприятно. Но, тем не менее, смотрим, что у нас получилось. Вуаля! Теперь мы открыли нашу изнанку, и мы наблюдаем то, что наша основная выточка очень даже неплохо перенеслась на вторую половинку. При стачивании, чтобы было намного удобнее, то можно взять мелок или мыло и обвести вот так вот все линии. Если вам понравился этот маленький лайфхак, поддержите меня лайком. Всем хорошего дня, всем пока-пока!